В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация до сих пор является не самой благоприятной, встречи с населением проходят в сокращенном формате. Депутат Ленинского городского округа Павел Русаков провел встречу с жителями домов по Советскому проезду. Основные вопросы касались темы благоустройства. Покос травы, соответственно, уход за придомовой территорией, где-то подсыпка грунта, где-то вопрос с асфальтовым покрытием, где-то вопрос с благоустройством территории детских площадок. То есть все вопросы касаются в основном части благоустройства. Но в некоторых домах есть вопросы и по содержанию МКД. Несмотря на плохую погоду, общение получилось довольно конструктивным. На встрече присутствовали начальник территориального отдела «Центральный» Светлана Степина, представители дорсервиса и управляющей компании. Жильцы домов озвучили свои пожелания в ходе беседы. Мы хотим облагородить территорию, которая, собственно говоря, в распоряжении дорсервиса и находится. Хотели, чтобы нам там вырубили кусты лишние, посадили более красивые, чтобы посадили цветы и привели территорию в порядок. Жители дома номер один волнует ситуация с круглосуточными точками общественного питания, расположенными рядом. По их словам, в них отсутствуют необходимые санитарные условия, а по ночам данные заведения притягивают во двор любителей спиртного. Давайте попробуем вместе выйти и попробовать пообщаться в качестве профилактики с людьми хотя бы, да, ну для начала. Также прозвучал вопрос о возможности установки шлагбаума на парковке для автомобилей. Все пожелания взяты на контроль депутатам, сотрудниками администрации и службами. Порядка 5 таких встреч провели. Очень полезно. Во-первых, это знакомство с жителями, нам как новым территориальным отделом, а знакомство с управляющей компанией, дорсервис, когда на месте это все решается, посмотреть своими глазами живьем. Планируется, что подобные встречи продолжатся, чтобы за летний сезон охватить все территории города. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.